вами диалоги о рыбалке. Давай YouTube канал распространяй. Нихуя не клюет. А что за удочка у тебя? Ну, скажи, подскажи, что у тебя за удочка. Кайда. Кайда? Кайда. Так, а, наш, а как технология лова? На... Троллинг вручную. На этот? Как он называется? На рыбку пластмассовую? На воблер, да. На воблер. А что тут обычно клюет? Белый амур, щука. Белый амур? Щука, окунь, больше тут нет никакого. А караси? Не знаю. Ты карася не ловил ни разу? Ни разу не видал. Но они не ловятся на эту хуйню. Только она не это. Считай, она не хищная. Да, не хватает. Все вот такое вот у нас озеро. Ой, блин. Вот. Очень рыболовное место. Тут обычно Путин приезжает с Медведевым рыбачит, охраны наезжает, катеры. Хуй заедешь, только болото, только с болота, со стороны болота, больше никак. Да, здесь, ну если только пропуск тебе дадут. Ну, либо с вертолета прыгать. Сейчас вот, по идее, коронавирус, но у нас можно плавать. Да хули тут, кругом одни болота, бля, хуй проедешь, блядь. Вообще, на самом деле, погода сегодня благоденствует нам для рыбалки. Да, хороший день, вечер хороший. И мы должны поймать сегодня немало щук. У нас уже есть магазины какая-то. Потасу. Потасу купили в магазине. И вот решили разбавить ее холодной, этой, ну, какой, свеженькой щучкой. Вот сейчас поймаем и пойдем. Что мы с ней будем делать? Не знаю. Погрели, пожарим? Пожарим. А не будем тушить ее? Нет, тушить не будем. Тушить мы не будем. Невкусно, правда? Я не знаю. Мы не знаем. Мы еще не пробовали. Но мы попробуем. Что у нас тут есть? Так, у нас здесь есть чак-чак. Чак-чак. У нас есть лимонад и семечки. По идее, я сегодня за штурмана. Витёк за моторчик. За жопу сидящую ты, блядь. А Витёк за моторчик. Да, Витёк за моторчик. Ну, ничего страшного. Как бы, я вот сейчас вот люблю это, вот с лимонад попью. После семечки погрызу. Во, семечки погрызу. И съем. Чак-чак. Но, может, и не съем один. Съем с Витьком. Потому что я же не могу один есть, когда он смотрит. А у моторчика заправка есть, отстань от него. А у него есть? Заправка. Вон там он лежит. Вон. Там нет ничего. Вот оно, все видят. Ага, все. Как называется? Жигулевская. А вот мой стол. Это вот обеденный мой стол. Если рыбки не поймаем, хотя бы поедим. А что, мы второй раз, наверное, сюда даже приплываешь сегодня, в этом году? Я третий уже в этом году. Поймал что-нибудь? Нет. Вообще ничего? Даже не клевал? Ну, было пару поклевок. Сошло? Да. Вот одна здесь сошла, а другая с той стороны. Вон там. Ну да. И здесь. Посмотрим, поплаваем. Может, кто их любит. Мне кажется, должно. Любом. А что это за лодка у нас? Это Форд. Двухместный, да? Ну да, двухместный. Форд. 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 А, Форд. Форд. Вот технология. Короче, плывешь. Удочка вот так вот вставлена. И сзади. Ну, как бы леска тут нам не особо видно. А может, видно, просто сейчас мне не видно. Ну, она вот тянется туда дальше. И она там бежит, там ее не видно. Нет, там не видно. Там да. Да, и короче, как она начинает клевать, вот эта фигня, вот эта вот, начинает дергать. И тёка сразу хватит, подсекает и тянет. Обычно у нее это быстро получается. Ну, обычно я еще держу удочку, но просто сегодня в этом году пока еще не привыкли.
не забрали ролик. А, деревца. Ну сейчас хорошо, спокойно, ни ветра, ни хрена. Угу. Вон там он один плавает, наши товарищи. И один где-то вон там. Вон. А, вон. И один вон там где-то. Потом на камере увидим, я пока не вижу. Вижу, но что-то хреноватенько. Где-то он там вообще. И один. Не вижу. Не вижу. Где? А, вон. Вот они. И один. Сзади нас. Я не вижу, короче. Он сзади. Ну да, 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 где-то там ушел. Уменьшить так. Тик-тик-тик. Вообще Витёк старый рыболов. Сколько уже у тебя стаж? Много. Сколько лет? Не знаю. Плаваешь сколько на лодке? На лодке мало. Ну сколько? Ну мало. Ну сколько надо? Год-два где? Ну да, наверное, год-два с половиной. Ну. А что, до этого как рыбачил? Это интервью, да? Угу. Ой, блядь. Фидер, спиннинг. А, ты знал. Ты же ездил на эту. На речку. Набивал эту. Фидер. Комбикорм. Фидер комбикорм, ну да. Не, вот трындец синий. Обычно тут много народа. Человек по 40 плавает. Мы хотели платно это сделать, но решили, пускай люди бесплатно рыбачат. Так, хотите приезжать? Место засекречено. Да, но мы не скажем где. Тут рядышком. Да, где точку мы сотрем. Леска вот какая зеленая. Плетенка обычная. Обычная плетенка вот. Ух ты! Нет, это зацеп. Да, зацеп. Вот она, рыбка. Пластмассная. Попробуем другую. Не рыбку, а там блесенку покидать. Может, окушок какой? Ебанет. Было бы неплохо. Вы видите, какой там сундучок? Так, это надо стереть. Моторчику нужно до заправки. О! Начинается он. А закусить? Семечек сейчас пожару.
Девятка? Нет. Стабильно. Какая? Сколько градусов? 4,2, наверное. О! Почти как вино. Вино обычно 12-18. Ну, наш товарищ будет. Ну, это обычно они браконьеры. Да, Лёш. Зацеп был. Чё, Серёг, тишина пока? Ну да, у тебя. А? А ты? Зацеп только один. Ну вот здесь вот близко к кувшинкам проплыл, меня зацепило. А? Пока ничего, да? Вертушку? Ну так, я просто пробую, я сейчас покидаю пару раз вот по этому берегу, а потом опять на воблер, опять плавать. Я не знаю, Серег, честно. Что-то должно брать. Да, что-то должно. Но не у нас, технологии кидай и под, как это называется, подкручиваешь обычно. Сейчас решили отплыть. Тут кувшинки рядом, и нам зацепы не нужны, нам нужна рыба. Но вы рыбаки знатные, вы должны знать, как это делать. Видите, кто у нас опытный. Я жопотный, блин. Да что, подписывайтесь. У Витька есть свой YouTube канал. У меня тоже есть YouTube канал. Фигня, короче. Разношерстный. Там про все. Все, что хотите. И мотоциклы. И рыбалка. И зимняя даже рыбалка есть. Ну да. И летняя. Ладно, пока все. Отключаемся чуть-чуть. И потом еще включаем, когда поймаем что-нибудь.